Федеральные эксперты дали положительную оценку развитию онкологической службы КОМИ. Зампред правительства республики провела совещание со специалистами Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова из Санкт-Петербурга. Так, медики из города на Неве отметили повышение качества работы хирургической службы. Этому способствует в том числе и новое оборудование, которое поступает на вооружение республиканского онкодиспансера. Отмечены плюсы в отношении лучевой терапии и химиотерапии. Прогресс наблюдается и в применении лекарственных средств. Врачи применяют новые современные схемы назначения препаратов. Среди приоритетных задач – обучение и перераспределение кадров для работы в амбулаторных онкологических центрах, открытых в Сыктывкаре, Эжве, Ухте и Воркуте.